Как сделать элитный мотоциклетный спорт доступным для широких слоев молодежи? Конечно, финансируя тренировочные базы и любительские клубы. Ведь только так можно открыть и воспитать истинных спортивных звезд. Этот принцип хорошо понимают в попечительском совете по развитию мотоспорта в Белгородской области. Там нашли средства для закупки новых мотоциклов для разных возрастных категорий. На днях техника прибыла в область. Благословляется, освящается колесница и окропление воды сия священное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Такую картину на улицах Белгорода увидишь нечасто. Батюшка освещает мотоциклы. Да сразу 8 штук. Да не простые, а для юных байкеров. Эта техника – подарок попечительского совета для сборной области по мотокроссу. В частности, для детского мотоклуба «Пилот». Этот клуб существует уже 15 лет. За это время заниматься этим ярким видом спорта приходило много ребят всех возрастов. Но далеко не все смогли попробовать себя в роли мотоциклиста. Ведь это дорогой вид спорта. И финансов на экипировку, а уж тем более на приобретение такой техники, хватает не у всех. Сегодня эта проблема частично решена. Попечительский совет по развитию мотоциклетного спорта в области во главе с Виктором Филатовым нашел средства для покупки 8 новых кроссовых мотоциклов для самых маленьких талантов и еще 2 для ребят чуть постарше. Теперь для того, чтобы освоить этот транспорт, нужно желание и талант. А победить в соревнованиях поможет новая техника. Ребятам легче ехать, потому что новая техника, знаешь, что она уже не подведет соревнования. Потому что это уже плюс. Или когда едешь на старый, думаешь, что отвалится. 7-летний Максим из простой семьи. Сел на мотоцикл в 5 лет и до сих пор не может забыть свои первые впечатления от общения с ним. Но сегодня, когда он опробовал новую технику, эмоции были не менее сильными. Я на старом мотоцикле. Там надо передачки переключать. А на этом тут просто газ. Газ держишь, и он едет сам. Легче им работать, быстрее ехать, не затруднять возможности ехать. Новые мотоциклы разъедутся по клубам области, но один из них станет главным призом в ближайших соревнованиях. В эту субботу, 28 июня, в поселке Викторополь Венделевского района пройдет открытый лично-командный чемпионат Белгородской области по мотокроссу. Новенькая машина ждет своего счастливого обладателя. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков. Новости мира Белогорья.